Ну что, соскучились? Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Джон Раравис, и мы возвращаемся в War Смертельные Тени. Продолжаем проходить. Если вы задаетесь вопросом, блин, почему же он постоянно пропадает на месяца, на недели? Ну, так получается. Я вообще занимаюсь этим делом, на самом деле, чисто для себя. Ну, мне нравится периодически так снимать видеоролики о прохождении их старых добрых игр. Вот. Поэтому вот. Ну, не обессудьте, получается так. Времени бывает очень мало. Ладно. Брат Роланд, слава строителю, что вы вместе с правосвященником Грудусом перенесли потир. По наставлению вашему уничтожил я отштампованную шестерню. Другую можно сделать на штампе, но бесполезна она для открытия клетки без святого символа. А, все, кажется, начинаю вспоминать, на чем мы остановились. Так, это что? Эта штука выключает свет. Нам сюда нажимать не надо? Нет, не надо. Хорошо, так. Там приятель отдыхает. Собственно говоря, где у нас миссии? Проникнуть в церковь, найти и украсть потир пока еще не сделано, раздобыть на фабрике не отпечатанную шестерню и обработать ее штампом. По-моему, мы еще ничего подобного не нашли. Нет, мы нашли штамп. И у нас должен быть священный символ, по идее, которого я здесь не вижу. Мы же его взяли вроде бы. Хороший вопрос, я не помню. Да, есть, святой символ есть. Обработать ее штампом нужно. Так, хорошо, а где штамп-то находится? О, там решеточку. Что это? Ой. О, это что такое? Крыса? Отойди, не мешай. Крыса! Я тебя сейчас ударю. Ничего себе. Давай, приятель, без этот... без дураков, хорошо? Не надо меня сжигать. Такие безумные ребята. Мало ли что можно ожидать. Братья, да будет сим всем вам известно, что никто не может воспользоваться штампом, пока нет на то у него разрешения мастера Роланда. Если есть у вас разрешение, возьмите заготовку шестерню со склада. Убедитесь, что строго по центру поместили ее. Остерегайтесь искр и летящих стружек, когда запускаете аппарат. Ну да. Хорошо, спасибо за совет. А это ты говоришь? Ладно, так, давай потихоньку посмотрим, так. Ой. Так, ну и где? Хорошо, у нас есть отштампованная шестерня. Что с ней делать теперь? Вот, приятель пошел отдыхать. Так, здесь, наверное, никак. Понял, там еще один этот монах молится, ходит. Монах, говорю. Тихо, спокойно. Рука строителя в самом малом гвоздике, в самой крошечной шестерне. Если сработано не хорошо, рука строителя в самой высокой башне, в самом... Да, конечно. О, это вырубает свет.
О, тень такая жуткая. Greetings, brother. Все, ушел. Реликварий. Хорошо. То есть, получается, я шестерню должен и святой символ куда-то присобачить, чтобы все заработало. Окей. А, мы здесь были уже, понял. Хорошо. Символ мы уже воткнули. Осталось сюда воткнуть шестереночку. Хорошо. Что теперь? А! Да вообще легко. Я думал, сейчас будем вечность целую ходить, бродить, искать. Ну, как обычно. А тут... О-о-о! Потир. Наверное, не стоит надеяться, что никто не заметит его пропажу. Ну, конечно, нет. Тебе же искусственный не сделали. А это что такое? Это бесполезная штуковина. Хорошо. Надо украсть 90% добычи, надо еще чуть-чуть поворовать, походить. Найти три особых предмета. Мы нашли только два. Как только все задания будут выполнены, перенесись к точке входа в передний двор. Хорошо, значит, у нас осталось время для того, чтобы порыскать в поисках сокровищ. Ну и уникальные предметы поискать. Честно сказать, я не совсем помню, где что да как лежит. К тому же, сколько? Около месяца прошло, наверное. Больше месяца прошло. Поэтому будем надеяться на слепую удачу. Да. Как дела у вас? Так, может, это как-то погасить можно? Я все это время не мог додуматься заглянуть повыше, да? Хорошо. Две стрелы осталось. Окей. Ладно, в принципе, на фабрике нам искать больше нечего. Предлагаю уйти. Так. А, да, я вспомнил. Здесь этот выход нам не подойдет. Там стоят стражники. Нам нужно будет выбраться через машинерию сверху. Точно так же, как мы пришли. Хорошо. Так, может, попробуем сохраниться. Вот этот приятель сейчас. Хорошо, вперед. Осторожно, тихонечко. Какие же вы все-таки глупые. Взрывоопасные бочки. Так, мы удачно выбрались. Against the dark, towards the light, fire of the forge, water of the chalice, hammer of the god. Слушайте, новых вещей так много открывается. Я прям не знаю даже, радоваться или печалиться. Хорошо, а где мы еще не были? Были в казармах, были на фабрике. А, в гробницах не было. А как в гробницы попасть-то? Хороший вопрос. Я не знаю. Но можно где-то вот здесь вот попробовать пошиваться. Мы в западном дворе. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ладно, попробуем как-нибудь через
нижние чертоги пройти. Да у них-то уже и грабить нечего, по идее. Все, что можно было, уже стащил. Да. Там никаких больше входов, выходов нету. Тихо. Приятель-то такой упертый, прям в упор подошел. Ладно. Так, туда смысла ходить нет. А тут у нас что? Оп! Понятно, там покой первосвященника, который мы уже обчистили. Идти-то так-то ровным счетом больше и некуда, я вот не знаю. Здесь я других ходов не вижу. Угу. И... здесь, я думаю, ровным счетом тоже делать особо нечего. У тебя нету там сокровищ случаем? Что-то у него, походу, там в кармашке-то лежит. Так, стоит ли вообще рисковать или нет? Ладно, давай попробуем. Спокойно. Ничего-то такого не видел. А вот это мое. Так, главное, чтобы он мимо прошел. Это не простой колдун, это колдун с молотком. Но туда забраться нет возможности. Там, наверное, что-то есть. Стоит ли туда вообще залазить или нет? Я думаю, нет. Да, туда, по-моему, не получится забраться. Хорошо. Давай, уходи отсюда. Господи, какие же вы страшные, а? Посмотрите на эти глаза. Глаза человека, который... Спокойно. Привиделось. Ладно, давайте попробуем тогда пойти по верху. Я думаю, это будет самым разумным. Все-таки не хватает еще чуть-чуть. Еще совсем малость для того, чтобы выполнить задание и свалить отсюда. Но меня радует то, что все начинается неплохо. Серия вроде как пошла удачно. Пока что. Лишь бы не сглазить. Тихо. Как впиться в этот вот. О, у него кошелек. Что, потерял? Так, хорошо. Другого интересного стражника есть? Давайте посмотрим. Нет. Нет, у него, похоже, ничего нет.
Хорошо. Так, здесь больше ничего нет. Господи, темно вообще, вот просто хоть глаз выколи, ничего не вижу. О! Так, и все. Похоже. А будьте здоровы. Так, а тут что? Ой, ты меня заразил. Ой, прошу прощения. А, это вот так можно было в покое перевозить. Эй, да что за чертовщина? Что это? Подхватил вирус? Расчихались. Я и так довольно часто болею. Тут еще и этот. Чихардой. А, ну, ну, а! Что это? Мать твою, это что такое было? Не понял, Гаррет. Это как понимать? Давай-ка отсюда потихонечку свалю. А... Что, что это было? Я что-то подвинул там? Жуть какая это. У меня чуть сердце в пятки не ушло. А будьте здоровы. Нет, этот номер больше не пройдет со мной. Давай-ка иди-ка подальше отсюда. А, это статуя. Я ее подвину. Ничего себе. Гаррет иногда кажется гораздо сильнее, чем... То есть является гораздо сильнее, чем кажется. Может статую подвинуть случайно. Тихонечко так. Плечом. Хоп, подвинул и все. Так, тут мы не были. Что у нас здесь есть? Вот такую статую случайно подвинули. О! Свод порицаний. Добыча 100%. А, понял. Еще 2% добычи, и мы можем отсюда сваливать. Эх, где ж твои подаяния, когда они так нужны? Спокойно. Так, посмотреть. Мы нашли все три особых предмета, и надо украсть еще 2%. Золотишко. Someone has taken it. Да, кто же это может быть-то? Ну ты этим разбирайся, а я пока отсюда дерну куда подальше. Ладно, что же делать-то? Мне не хватает всего лишь на всего каких-то 2%, чтобы закончить миссию и свалить. Где же я могу достать эти несчастные 2% золота? Священник, нам больше грабить уже смысла нет. Хотя можно и сходить, попробовать. Смотрим. Тихо. Это не очень
очень хорошо. Давай-ка отсюда. Тихо. Ой, как темно-то, я ничего не вижу. Все отражается от монитора. Да, это опять покой первосвященника мы идем исследовать. Ну, хотя они нам уже больше не нужны. Может, там что-то есть? Мы туда не ходили. Спокойно. О, дверка. Казармы. Ну, конечно, мы же там не были еще. Сейчас мы скудное жалование хамерительных этих послушников церкви повытаскиваем и с доброй душой уйдем. А иначе как? Давай. Ну давай же, откройся. Есть. Слишком большая чувствительность мыши. Никак не могу к ней привыкнуть. А то неудивительно. Играю раз в месяц. Так. Братья, первосвященник Гридус хранит свой святой символ у себя в покоях. На святом символе кузнеца пребывает оттиск милости строителя от самого благодейшего святого Эдгара. Знак лидерства. Так это понятно, я уже это читал. Лучше бы денежки здесь оставили. Сектанты. Ненавижу сектантов. Так. А, я здесь уже был. Секундочку. Я что, не заметил дверь тогда? Ну, приятель, какой-то ключ. Ой. Something? Нет. If there was art to see, she's gone now. Ключик бы пригодился, конечно. Только его взять очень сложно. Давай же, возьми его. Ага, хорошо, спасибо. Туда бы перебежать как-нибудь. Это мы действительно в каз... О, это лифт. Нет, лучше им не пользоваться. То сразу сбегутся стражники, там посмотреть, что за чертовщина происходит. Так себе занятие. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего нет хорошего. За какими-то жалкими двумя монетами гоняемся, не можем найти. Это печально. Давай уже уходи. Окей. Оп. Здесь точно больше ничего нет. Ой. Может быть, здесь какой-то тайник, не знаю. Нет, больше ничего нет, похоже. Это грустно. Если мы уже ошивались в одной из предыдущих серий. А будьте здоровы. Не хочу чихать больше тоже. Пожалуйста, не надо. Что это? О, наконец-то. Все, отлично. Можно убираться. Хорошо. Так. Ой. Strength be to thine arm. Отлично, теперь пора отсюда сваливать. Хорошо, очень хорошая миссия. Все практически как по маслу прошло. Да что там практически? Если не считать того, что Гаррет там своим плечом чуть-чуть подвинул статую весом с тонну. Причем так хорошо подвинул, что все там сбежались посмотреть. То никаких больше нареканий нет. Сейчас мы тихо, спокойно выйдем без шума и пыли.
Мы же профессионалы своего дела. Ой, я даже могу эту забрать. Стрелу. Все хорошо. Так, там стражники. Зачем идти через стражников, если всегда можно обойтись паркуром и пройти все гораздо проще. Так, теперь надо понять, как спускаться-то. Now that I have the chalice, I'm one step closer to the books in the Keeper Library. Those prophecies had better be worth the trouble. My little raid isn't going to endear me to the Hammers. Да. Ну что ж, в принципе, один из двух артефактов, который попросил нас украсть наш старый добрый друг Хранитель у нас, это делает нас на шаг ближе к тому, что мы собираемся узнать у Хранителей. А вместе с тем продвигает нас дальше по сюжету, который было бы интересно посмотреть. Ну что ж, думаю, вам будет интересно посмотреть, что дальше, а я постараюсь и дальше продолжать снимать видеоролики по этой игре. А пока, в принципе, мы справились на отлично. Ну что ж, надеюсь, вам нравится мое прохождение. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем всего хорошего, до следующих встреч. С вами был Джон Раравис. Всем пока.